Пойдем. Вот это первый акт. Будем продолжать в том же духе, в два счета вернем отсок. Пойдем туда, где мы его проигнорировали. А там еще можно было внизу куда-то сходить. Пошли наверх лучше. Да ладно. Чем мы сейчас будем туда-сюда мотаться? Сюжет хочу. Вот. Так, похоже, нам придется штурмовать высоты, чтобы добыть шарик. Пошли внутрь. Высота. Пошли. Покрутить мне-то не дал. Принимаем нагрузку. Надо забраться на верхушку великого древа. Понятно? Непонятно. О, птиц какой-то. А, это что, яичница вот тут? Ну да, яичница. Все, я есть захотела. Птицы. Как-то здесь слишком тихо. О, да. Велоцепортатор — лучший друг актёра. Кто? Смотри, велоцепортатор. Заднего плана. На передний. Чудеса современного синематографа. Заднего плана на передний. Собери призовые шарики и почапали. Почапали. Велоцепортатор. Давай, я сюда. А ты туда. Пам-пам-пам-пам. Класс, я жду тебя впереди. Жди, жди. А я думал, какую-то новую фигнюшку дадут. Пойдем, пойдем, пойдем дальше. Пойдем. Не-не-не, стой. Музыка такая, надо. Что? Надо. Ща-ща-ща. Где-то, где-то тут было. А, если здесь в комплектах осталось, конечно. А-а-а, давай быстрее ищись. Ага. О! Как раз по виду к этому. К мне песне. Нечего одеть. А, я поехал куда-то. Меня подожди. Ой. Свет, свет надо. Так. А ты меня прожектором. Ты меня прожектором сейчас. Даже вот так сейчас сверху стану. Все, хватит. Блин. Пошли. Взрослые люди, а? Ага. Кто? Взрослые люди, да? Где? Как интересно. Разгон нужен. Ага. А, нет, надо вовремя просто. Нет, я ее скачал. Сейчас. Оп! А, чуть-чуть соскочил-то. Что-то не проскочило. Стой! У нас же тут еще что-то. Я теперь вообще есть захотел нормально. Не, вот Макдоналдс это фигня, но вот там такие помидоры прикольные торчат. Ну, это еда, к сожалению. О. Ты крутой. А если... А, наверх не получается сразу, да? А, вот оно что. Так. Вот так вот. Не, за музыку им, конечно, большое спасибо. Только за эту музыку мы вечно по шапке получаем. Да-да-да. Никто не заметил, что я без зубов. Я пошел. Опс. Все хорошо? Один. Там что-нибудь есть? Да, я не могу так без зубов. С какой скоростью влетаешь, с такой и вылетаешь. Твой выход, парень. Камера, мотор. Нельзя без зубов. Камера, мотор. А,
А где зубы-то? О. Молодец. Выше. Получилось. Прыгай. Чё, ну, хотел-то... Опа. А-а-а. Не отпускаешься вниз, падаешь и вылетаешь сюда. Опа. Тю! Ух ты. Ай, стой. Стой. Вот слева вверху. А как? А, сверху, наверное. Слушай, там иконка, видишь, какая-то странная. Может быть, у нас просто нет еще таких? А, бомбасов? Это похоже на обувь на какую-то, смотри, две штуки. Вот они, смотри, смотри, левая, снизу. Да, значит, у нас нет этого пока. Окей. Может быть, даст? X2! Ура! Ух ты. А как? Так, сейчас она, короче... Я понял. Ты запрыгиваешь, вылетаешь... А ты меня ловишь там? В левую. Перепрыгиваешь налево, я перемещаюсь сюда. Или давай лучше я туда пойду. А как ты туда заскочил? А, вот, вот отсюда? Здесь. Да. Что делать? Попробую подергать, чтобы это... То есть, смотри, я вылетаю, допустим, а она двигая туда назад обратно. Не прыгает. Обратно. Вот. Я сюда вылетаю, залетаешь, перелетаю на левую сторону. Да, перелетаю на левую сторону. Ты должна успеть передвинуть рычаг, чтобы я вылетел, наклейки взял. И потом обратно сделать. Давай попробуем, а там будет видно. В идеале. Иначе я умру. Полетели. Стой! А-а-а! Нормально все. Нифига не нормально. Ну жив, все. Я думал, все будет по плану. Все было по плану, я все до этого все правильно сделал. А там слева еще осталось. Там никак пока. Заводная музычка. Дай нам тапки. Там сверху какая-то фигня липкая, смотри, с кружки прямо. Поворот сюжета. Мы застряли. Лифт не тронется, пока стакан не наполнится коктейлем. Ну нормально у вас тут все работает. Расположены слева и справа. Настал твой звездный час, парень. За да работу! Пошли. Ой, опять эта дулка. Дуть надо. О. Стоп, а зачем? А вот, залетать вон туда. Меня забыли. Ее раскачать еще надо и... А, один сюда, другой туда? Я думаю, нет, но... Нет, подожди. А, подожди, мне надо на ту сторону как-то про... Вот, вот так. Иди в обратную сторону, запрыгивай. Не-не-не. Вот так могу. Тут еще вот наклейка, видишь, ты потом сможешь запрыгнуть? Сейчас попробуем. Готов? Сейчас. Раз. Подожди. Ой, опс. Почти получилось. Сейчас еще разок. Ау, по башке прямо. Рано. Да. Влево. О. Ну как-то. А, вон, смотри, надо. Подожди, а как туда? Да не, нет. Да. Да нет. Это невозможно же. Почему невозможно-то? Мы поди опять перемудрили. Вон там сзади, видишь, еще одна штука. Не уверен. Может быть, это опять нужен предмет какой-то? Но как тут, смотри, ты же не долетишь при... Попробуй запрыгни. Слушай, точно. Ха-ха. А в эту сторону вот эти шарики катился. Берутся вправо, которые мы сейчас только что вот таким извратным способом забрали. Отлично. Оно вот, видишь, вертится как. Да, я уже понял. Бэм-бэм.
Пню-пню. Наклейка. У нас должна быть эта наклейка. Нет? Как это? Подожди. Но она же не горит сверху. Не горит. Неужели у нас нет этой наклейки? Вот он. Ладно, поехали дальше. О, они там, смотри, тоже пляшут. Я спецэффект дыма. Не, надо было... Я умер. Этим... Подуть, чтобы у меня платье, как у Мерлин Монро, так. Да-да-да. А я такая, подупитал. Опс. Да, туда не надо. У нас наклейки нет. Ну да. Пошли дальше. А я смотрю штуку, значит, надо прыгнуть. Ого! Там сразу цепляйся направо. Я не могла, я цеплялась. Пум-пум. Пум-пум. Ох, ты зацепилась. Так. А, выше, выше, молодец. Подожди, а там... Молодец. А чего? Нет. Еще выше хочешь попробовать? Да, нет, там вроде ничего такого. Все, пошли. Фу. Вот это уровень. О. Цепляйся! Наверх! Я. Ты успел! Паника такая. Опять эта иконка, опять наклейки. Да, опять я пытался вернуться. Да. Идея была хорошей. Да я не успела. Пролетела ниже. И доползти не успела до нее. Так. Сейчас. Потянуть надо. Это банан. Фу, какая штука странная. На банан не похожая. Вообще. Банан! Лунная призма! Лунная призма! А чё лунная призма-то? А чё банан? Ну прямо одна за одной умная мысля проскочила у нас. Во! Ой, я же взяла, чё ты? Скромная такая вот. Лунная призма. Надо. Я буду с фигнюшками на шляпе. Банан достали. Одна помпа включилась. Только нам нужно, чтобы они обе заработали. Ну идем, да. За клубничкой пошли. Так. Да, пистолетом. Ага. Подожди, а... А, здесь ничего нет. Окей. Оп. Взяли. А там, наверное, что-то... Не держи меня! И держится все равно, продолжает. Так надо держать или нет? Нет. А, ну ладно. Не пугал, ты говоришь, держи меня, но я держу. Блин. Я просто в этот в стаканчик хотел заглянуть. И чё там? Ничего. Вот это наклейки или нет? Где? Вот это слева штучки. Нет, это лампочки же везде такие, смотри. Да? Ну да, ладно. Вперед. Тогда. Без меня. А вот это что? Где? А как вот сюда попасть, вот на эту? Так ты из нее вылетел. Да? Да. Слушай, точно. Все, пора заканчивать. Да караул просто. Главное взять вот это. Я больше никогда не буду говорить, главное взять вот это. Я начинаю очень сильно стараться, да. И нервничать начала. Все правильно ты сказал. Там снизу наклейки. А зачем ты меня схватила-то?
Я думала, я за. А я бегу, а не бежит. Ой. Я постою здесь, хорошо? Хорошо. Я думала, за него зацепиться надо. Но я и зацепилась. Вот сейчас надо наверх запрыгнуть, да? Ого! Ух ты! Иди повторяй. А, то есть вот так, да? Просто... Да. Опа! Даже с первого раза получилось. Молодец. Прикольно. Опять тапки нужны, смотри. Да, тапки. На трейлере... я говорила, пошли вниз. На трейлере была какая-то... А я говорила, сцены, пошли вниз. Где там Сэкбой, он парил немножко в воздухе. Наверное, это оно. Ты говоришь, пойдем наверх. Нам сейчас рано я тебя как просто. Это... Как Мэрилин Монро. А, у меня платье противопистолетное. Противоветряное тогда уж. Сейчас я тут оставлю. Так. Ага, молодец. А что так? А, потому что высоко прыгнула, да? С высоко. Ну да. О, ты включил все. Клубничка. Клубничка, да. Ну, в смысле, я клубничка включил все. Клубничка. О! А, клубничка! Возьми клубничку. Получилось. Теперь наверх, со шариком. Знаешь, а ты, возможно, тот самый герой, которого мы искали. Да. А я? А ты сомневался? А я на вторых ролях. Снято! Отлично поработал, малыш. Со мной далеко пойдешь. Это ты с нами далеко пойдешь, а не мы с тобой. И чё он стоит, молчит? Подожди, а что там слева? Тут опять. Ага. Ну, как-то никак. Никак, да. Ну, ладно. Рот закрой, муха залетит. Или ветром надует. По-моему, ему хорошо. Смотри. Ты к трубочке хотел? Да-да-да. Быстро я тебя раскусил. Ой. Мы крутые, мы собою разбили. Опять тебя нет. Не, ну хоть бы поставили там второго, третьего, четвертого игрока просто рядышком. Нормально. 62%. Ну там очень много пропущено. А вот и наклейка. В конце уровня дали, гады. Угу. Ага. И чё мы повисли? И... Фух. Уже два есть. Неплохо для первой пробы в кино. Остался последний. Угу. Ура! Ура!